Портреты, пейзажи, исторические полотна. В Академии имени Строгановых в Москве в рамках открытия мастерской портретов прошла персональная выставка народного художника Российской Федерации Виктора Шилова. Наш корреспондент Эльвира Гордеева расскажет подробнее. На выставке произведения высочайшего художественного уровня, являющиеся образцами портретной исторической живописи. Их автор – российский художник и график, мастер портрета, народный художник Российской Федерации, профессор, действительный член Российской Академии Художеств Виктор Шилов, один из талантливейших живописцев современности. Я автор галереи всех патриархов, от Иова до святейшего патриарха Кирилла. И галерея находится в Высшем церковном совете в храме Спасителя. И над этой галереей я работал около пяти лет. Галерея патриархов Виктора Шилова началась с портрета преснопамятного патриарха Алексея II. Когда была выставка «Православие, самодержавие, народность» в Маниже, художник Клыков, скульптор, наш знаменитый великий русский скульптор, познакомил меня с Алексеем II. У нас завязалось с ним знакомство, дружба. И я приступил к работе над его портретом. Портрет размером 2,70 на 2 метра. Огромный портрет, натуральной величины, чуть больше, и который находится в резиденции Свято-Даниилова монастыря. Художнику принадлежат также серия портретов маршала Победы в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе и галерея президентов Российской академии художеств. Когда ты пишешь один портрет, это одно дело, а когда ты создаешь серию, чтобы они друг с другом сочетались, как гармонировали. И во многом здесь помогло мне, что я копировал многие годы в Эрмитаже, изучал галерею войны 12-го года. Основная тема творчества Виктора Шилова – это Россия с ее великолепными пейзажами, историческими судьбами и героическим прошлым. Для меня это как глоток воздуха, мне тянет, я вот сейчас хочу поехать написать еще раз Суздаль, там зимний пейзаж, или потом Гороховец, Золотое кольцо, тот же Ростов Великий, знаете, как Сергей Есенин, я очень люблю Родину, говорил он, да, если кликнет, трать святая, кинь ты Русь, живи в раю, я скажу, не надо рая, дайте Родину мою.